не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. С 10 июля организованы поиски 13-летнего Воронова Егора, который потерялся во время купания в реке Енисей. За 14 дней спасателями службы ГОИЧС и Тувинского поисково-спасательного отряда, также с участием родственников и волонтеров, обследована вся прибрежная территория и акватория реки Енисей от города Кызыла до Лукхемского района, всего 1144 километра. Всего осмотрено 73 острова, заломы и отмели. Спасатели совершили свыше 40 погружений. 24 июля на берегу реки Енисей местные жители обнаружили тело мальчика в 30 километрах западнее от города Шаганара. Поисковые работы завершены. В Туве вчера были сильные грозы, в Кызыле проливной дождь, в отдельных районах град. В сети появилось видео и фото выпавшего града в селе Целинное. По прогнозам синоптиков, дождливым может быть и август в Туве. Среднемесячная температура воздуха в августе ожидается на 1-2 градуса выше. Плюс 13, плюс 18 градусов, сообщает Тувинский центр гидрометеорологии. В начале месяца небольшие дожди, в отдельные дни месяца дожди с грозами. Во второй пятидневке без осадков. Преобладающая температура ночью, плюс 10. 10 плюс 15 градусов, днем плюс 23 плюс 28 градусов. В начале первой и второй декады повышение ночью до плюс 14 плюс 19 градусов, днем до плюс 31 плюс 36 градусов. В третьей декаде ночью плюс 5 плюс 10 градусов, днем плюс 19 плюс 24 градуса. В отдельные дни пятой пятидневки понижение ночью до плюс 1 градуса, в горах до минус 2 градусов, днем до плюс 10 плюс 15 градусов. Месячное количество осадков составит 21-23 мм, что меньше среднего многолетнего количества. Ежегодно 25 июля отмечается День сотрудников органов следствия России. 15 января 2011 года вступил в силу федеральный закон о Следственном комитете Российской Федерации. Этот документ установил, что руководство деятельностью вновь созданного следственного органа осуществляет президент страны. В настоящее время Следственный комитет не входит ни в структуру какого-либо органа государственной власти. В свой профессиональный праздник коллег и ветеранов поздравил руководитель регионального Следственного комитета Юрий Федотов. Следователи Следственного управления республики вносят существенный вклад в борьбу с преступностью, укрепление законности и правопорядка. Мы совместно с прокурорскими работниками, сотрудниками оперативных служб участвуем в решении сложной задачи – выявления и раскрытия преступлений. Уважаемые коллеги, уважаемые ветераны, примите искренние поздравления с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации. В этот замечательный день от всей души желаю вам, ветеранам следствия, всем сотрудникам крепкого здоровья, большого личного счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, новых достижений, дальнейших успехов в решении возложенных на нас ответственных задач по обеспечению стабильности и укреплению правопорядка. С профессиональным праздником следователей и ветеранов структуры поздравил и глава республики Шалбан Караул. А в честь профессионального праздника от республики, от республиканской власти представлены государственным наградам трое. Это руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по республике Тыва, подполковник юстиции МГСУ Сергеевич Мангуш, следователь, криминалист Саянского межрайонного следственного дела майор юстиции Ангар Чкалыч Кулар, помощник следователя Лукхемского межрайонного следственного отдела лейтенант юстиции Ян Николаевна Акпедул. Позвольте в их лице всех вас поблагодарить за самоотверженный труд сотрудников следствия нашей республики. Особые слова признательности, конечно же, хочется адресовать ветеранам следственных органов. Именно вы передаете свой бесценный опыт молодым коллегам, служите для них примером профессионализма, учите исключительной ответственности и самоотдаче относиться к своим служебным обязанностям. Доброго вам здоровья, благополучия и успехов в служении на благо нашей республики и всей нашей родной России. В ходе торжественного мероприятия новоиспеченные следователи приняли присягу служить России и закону. Свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы и международные обязательства Российской Федерации, не допуская малейшего от них отступления. Непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, кто бы их ни совершил, и добиваться высокой эффективности и беспристрастности предварительного расследования. Активно защищать интересы личности, общества и государства.
чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям, обращениям и жалобам граждан, соблюдать объективность и справедливость при решении судеб людей, строго хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, дорожить своей профессиональной честью, быть образцом неподкупности, морали чистоты, скромности, свято беречь и приумножать лучшие традиции Следственного комитета Российской Федерации. Сознаю, что нарушение присяги несовместимо с дальнейшим пребыванием в Следственном комитете Российской Федерации. В завершении мероприятий, посвященных Дню сотрудников органов следствия, ведомственными и республиканскими наградами были отмечены лучшие работники комитета. Управление пассажирским транспортом Тувы информирует автовладельцев республики об использовании специальных технических средств фотофиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме на территории Кызыла и прилегающих территорий городу до конца июля. Возможные места установки данных средств фиксации нарушений ПДД – улица Дружбы, дома 1/3, 15А, 18, 42, 58, 68. Улица Магистральная от Кругового с улицы Байхакская в восточном направлении до перекрестка с переулком Загородный. Улица Магистральная от улицы Сергея Лозо до ТЭЦ. От улицы Полигонная до улицы Полевая по Магистральной. Улица Ровенская от Кругового с Московской до пересечения с Калинина. Федеральная автодорога Р-257 Енисей с 815 по 840 километр. Федеральная автодорога Р-257 Енисей с 802 по 809 километр. Улица Калинина от пересечения с улицей Ровенская до поворота на ЛДО. Улица Калинина от Кругового по Московской до пересечения с улицей Ровенской. Кызыл-Карахак 2, 4 и 6 километры. И автодорога Кызыл-Эрзин 13, 16, 21 и 25 километры. Данные места установки комплексов определены госавтоинспекцией региона с учетом анализа концентрации дорожно-транспортных происшествий. Важный сезонный этап начинается в сельском хозяйстве – кормозаготовительная кампания. Этот сезонный вопрос глава Тувы Шалбан Караол поставил на особый контроль. Далее цитата. Министерству сельского хозяйства нужно взять работы на особый контроль, а главы администрации районов должны быть самыми заинтересованными сторонами. Тут не должно быть места глупости, когда во время конкурса кто быстрее скосил траву, тот и получил трактор. Такие правила выхолащивают саму идею кормозаготовительной кампании. Не в скорости дела, а в качестве. Это планомерный и системный вопрос. Конец цитаты. Отметил глава Тувы. В текущем году для успешного прохождения зимнего стойлового периода 2019-2020 годов при поголовье скота в республике более 270 тысяч условных голов план заготовки грубых кормов составляет 227 тысяч тонн. По оперативным данным Управления сельского хозяйства районов по республике скошено 2002 гектара, из них убрано 1278 гектар. На сегодняшний день к заготовке кормов приступил Каахемский, Чаохольский, Тандинский, Улукхемский, Кызыльский, Пиехемский, Тесхемский, Авюрский, Дзунхемчикский районы. Низкая высота травостоя и постоянные проливные дожди не позволяют приступить к заготовке кормов в Байтайгинском, Барунхемчикском, Авюрском, Эрзинском, Мангунтайгинском районов. Кормозаготовительной кампанией занято 52 бригады, в которых участвуют 354 человека. На заготовку кормов привлечено 76 тракторов, 65 косилок, 47 граблей и 27 пресс-дробильщиков.
Туве организована доследственная проверка по факту смерти двух мужчин. Установлено, что 24 июля в утренние часы по сообщению о том, что в подъезде многоквартирного дома по улице 50 лет в ЛКСМ город Ак-Довурак имеется вода. На место выехала группа работников в составе водителя и двух сантехников. По прибытию на место в ходе работ по очищению в помещении канализационного колодца 32-летний сантехник потерял сознание. Спустившийся следом 38-летний сантехник также потерял сознание. По прибытию на место происшествия спасателями МЧС тела работников предприятия были извлечены. Однако, несмотря на предпринимаемые реанимационные мероприятия, мужчины скончались. В настоящее время следователям в рамках организованной доследственной проверки проведено осмотр места происшествия, изъята документация, которая касается вопросов должностных обязанностей руководящих и других лиц, ответственных за обеспечение безопасного рабочего режима на данном предприятии. Для установления причины смерти мужчин назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Тува вошла в число субъектов-победителей конкурсного отбора Министерства просвещения России на предоставление субсидий на создание в 2020 году детского технопарка «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» и национального проекта образования, сообщается на официальной странице в социальной сети ВКонтакте Министерства образования и науки Республики. Технопарк будет располагаться на базе молодежного дворца по модели «Стандарт». Он будет включать в себя робо-квантум, био-квантум, аэро-квантум, IT-квантум, хай-тек, автоквантум и геоквантум. Создание детского технопарка позволит максимально охватить детей и высокомотивированных учащихся, ориентированных на освоение достижений технического прогресса, включить их в исследовательские, проектные и предпрофессиональные практики. Духовой оркестр правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша даст сольный концерт в Москве в парке культуры и отдыха вооруженных сил России «Патриот». Выступление состоится в рамках поездки на международный военный музыкальный фестиваль. Единственный в мире конный духовой оркестр в рамках фестивальной программы продефилирует на Красной площади. Также духовой оркестр примет участие в параде оркестров на ВДНХ и сыграет сольный концерт в парке вооруженных сил «Патриот». Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» – крупнейший фестиваль оркестров, в котором ежегодно принимают участие более 25 оркестров из 15 стран. В этом году он совпадает с празднованием Дня города в Москве – 4 сентября. Почетным гостем мероприятия станет французская певица Мирей Матье, которая прибудет вместе с оркестром иностранного легиона Франции. Юбилейные мероприятия в честь 75-летия становления электросвязи в ТВЭ продолжаются. ТВА-связь-информ запустит акцию «Приведи друга», юбилейные тарифы, ускорение скорости и розыгрыш других призов. Так, компания ТВА-связь-информ в течение 3 дней каждому 10-му абоненту, оплатившему за услуги связи в кассах ТСИ, дарит месяц бесплатного подключения, а также возможность списания пени и 1 месяца долга за услуги связи. Мы являемся абонентом ТВА-связь-информ уже более 10 лет. Коллектив Алтынчели сердечно поздравляет с юбилеем. Желаем дальнейших успехов, процветания и взаимовыгодного сотрудничества. Благодарим за качественную работу. Я являюсь абонентом более 20 лет. И ни разу связь меня не подводила. Очень приятно, что ТВА-связь-информ не забывает своих абонентов. Раньше очень сложно было установить домашний телефон. И тем не менее установили и до сих пор пользуемся вашими услугами. Большое спасибо ТВА-связь-информ за вашу работу, за ваш труд и за ваше внимание. На этом подарки не заканчиваются. Компания подготовила для новых абонентов Wi-Fi роутеры, IPTV-приставку и телефонный аппарат. И все это совершенно бесплатно. В связи с проведением юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию организации компании ТВА-связь-информ, мы сегодня проводим День открытых дверей. Дни открытых дверей будут проходить с 8 утра до 18 вечера по адресу город Кызыл, улица Кочетова, 53, центр продаж услуг ТВА-связь-информ. Условия проведения Дня открытых дверей на сайте компании.
по республике облачно с прояснениями. Небольшие и умеренные дожди. Местами сильные и очень сильные дожди. Сильные ливни, грозы, град. Местами крупный град. В Кызыле облачно с прояснениями. Дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Временами порывы от 11 до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17 градусов. Днем плюс 19, плюс 21 градус.